Ольга Бузова заявила, что в будущем мечтает о двух детях. У меня будет дочь, я даже знаю ее имя. Я давно хочу детей, просто пока не произошло это счастье. Я еще ни разу в жизни не была беременна. Я этого не испытывала никогда. Представляете, что мне предстоит? Дочку я назову Маша. Я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария, очень хочу дочку. Рассказала Ольга Бузова. Как отметила Ольга, она будет справедливой мамой. Я буду мягче, чем моя мама. С сыном, наверное, буду я больше работать. А дочка будет папина принцесса. Хочу мальчика и девочку, заявила Ольга Бузова.